Начались ли гастроли по странам, по городам нашей страны? Ну, если честно, то было очень много приятных предложений. Просто, mm-hmm. просто мы сейчас действительно должны это сделать. Мы должны записать альбом. Вот все эти чувства, которые накипели, мы сейчас их в музыку обрамляем. И уже потом, да, обязательно. Молодцы, не куют железо пока горячо. Да, кажется, вот, не практичные, не ушлые ребята, а и про искусство. Здорово. Давайте продолжим. Давайте. А тогда «Рассказ женщины» сейчас прозвучит. «Рассказ женщины»? Да, «Рассказ женщины», да, называется песня с шабашным текстом из советских времен. Но один мой товарищ сказал: ты знаешь, современно звучит. В общем, как вам послушать? Так. За год тебе платят. Я играл в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и бросочек был что надо. Я авосечку суму из руки переложила кавалеру своему, меж букашек засветила. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала. 10 лет учила я сверхсекретное чего-то, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь. 10 лет дитё растила, что ж осталось на любовь? Полтора годка от силы. Варвара Визбор у нас в студии. Мы аплодируем всем коллективам, которые здесь присутствуют. А, значит, нам писали, что у нас дребезжит звук и басы, но мы убрали. Да. Мне кажется, мы справились. Да, в середине песни. Ага. Да, мои 6 и 8-летние обожают эту песню. Правда, конечно, в исполнении деда. Теперь вот дам послушать и так. Спасибо, Ира. В эфире, да?